Так, мы уже почти приехали. Ну-ка. Так, въезд. Все как надо. Чего? Чего? Я приехал, встречай. Новый подход. Ни хрена себе тут армия. Аджай, мы тебя ждем. Все подходят к месту последней битвы. Мы ударим по крепости Пейгана. Будет трудно. Да? Я слышала про Сабала. Как бы то ни было, за Амитой будущее Кирата. Вылаживай все карты на стол. Ну, поехали до беды крепости, доберитесь, поехали. Слушай, а сколько ехать? Ну, поехали на машине, ладно. Ох, я чувствую, там какая-то, блин, будет жопа. Сейчас посмотрим. Все по-серьезному начинается, да? Все по-серьезному, походу. Осторожнее! Они идут! На, атакуйте крепость. Хорошо! Сейчас будет сделано. Ни хрена себе! Пошли, давай, пошли! Неужели там нету снайперов? Осторожнее! Они идут! Вперед! Ага. Пипец какой! Ёба-ёб! Ни хрена себе! Почему я не вижу никого? Пошли. Ах ты, тварь! Прыгнулась, мразь, а! Посмотрите на нее. Так, где? Где же? Ага, вижу твою морду. Сейчас я с ней справлюсь. Опа! Пора врываться, погнали быстрее. Отдай, сделай что-нибудь с пулеметами! Покажите свою ненависть! Где эти гребаные пулеметы? Я тебе кишки выпущу! Себе выпусти сначала. Жопа давно не догибает! Тварь такая, блин, посмотрите-ка наглая. Гнида, блин, ай! Ах ты гнида-то какая! Да блин, да что ж ты стреляешь, когда я стреляю? Держать позиции! Я начинаю уже резать их ножом. Так, где-то гнида с пулеметом была, вот она. Так, тихо, их слишком много. Их слишком много. Давайте туда гранатки. Само то будет. Что, ни хрена, что ли? Сказал, что гранатку туда надо. Обезвредить!
Капец. Блин, пипец какой, ужас просто. Они даже справиться не могут, помочь мне. Вот, не даже. Ну какого ты хрена его не видишь, ты ублюдок что ли? Подбирать надо течку. Молодец, вколол самое последнее. Убить. Конечно, он пошел прямо на его. Офигеть. Здесь он сдох. Вот теперь точно он сдох. Ну-ка. Почему тут? Тут же написано, что вот боеприпасы лежат. Почему я их не могу взять? Ладно, пойдем. О, Пейган, граффити Пейган. Взорви главные ворота! Прячемся, как девчонка! Ну-ка. Блин, а какого хрена он граната не взрывается? Придется вот это что ли брать? Чтобы пройти, нужно взорвать ворота! Ай, блин, вот менять оружие надо. Ворота взорваны! Внутрь! Быстрее! Менять обратно. Вот, это свои, блин. Я уже по своим начал стрелять. Да блин, а что ж ты будешь делать сегодня? Да ё-моё! Захватите арсенал. Там три зада. О, нормально. О, что это было? Вот это другое дело. Другое дело. Так. Ага. Так. Так, папа, ох, как хорошо. Ой, хорошо. В плечо зарядили, он не сдох. Замечательно. Блин. Ладно, блин, говно. Это не вариант. Надо менять. Блин, почему у них нет оружия? На что я могу поменять? Что за хрень? Ой, на АК. Только не АК. Оно хреновое. Ваша АК. Да где эта гнида? Ах ты мразь-то какая. Во! Это уже будет лучше. Опа. Некуда бежать, некуда. Так, захватите на связи, захватите штаб. Быстро, быстро! Замечательно. Давись до последнего! Это больно! Блин! Да вы что, охренели что ли? Почему так жестко? Подожди. Да я в зоне. Какой же ад. Блин, вон еще. Так. Все плохо с патронами, все плохо.
слава богу. Пункт связи наш, мы его захватили. Больше враг не сможет призывать подкрепление. Ну, слава богу. Я этому рад. Блин, где же вы стреляете, все, а? Скотобазы такие. Вертолет, классно. Вертолет прилетел. Ну сейчас вертолет мы сбьем. Правда, не знаю чем. У нас есть снайперская винтовка. Может, даже тогда получилось. Сейчас должно получиться. Просто я пока что не вижу. О, попали. Сумку. Блин, такая гнида. Жесть. Это просто пипец. Просто пипец. Что творится? Ах ты гнида. Охренеть, он меня чуть не убил, мразь. Он таких гнид, блин. Раздражение идет. Так, пойдемте следующее захватывать. Мы всех перебили тут. Вроде как бы всех. Сейчас надо подлутаться. Блин, наших только осталось 2 человека. Я охренею. Вот это война. Где? Идем на подмогу. Офигенно, ты вы что? Еще надо, давайте, конечно. Так, слава богу. Так. Блин, тварь какая. А, все. Ну, тут уже, видите, не слишком много столько лезут. Так, где нам наверх подняться? Охренеть, вы что? Прям в упор. Прям в... Охренеть, прям в упор. И он только сейчас сдох? После 3 обоим. Ну, они ничего не сделают, так что... Пипец, они... Наконец-то, они втроем не могли убить одного человека. Что за гнида мне попало, а? Пусть они пока там воюют, мы пойдем встретимся с золотым путем. Они планируют контратаку! Держать крепость! Ну вот это, конечно, если там... О, нормально. Сразу запускаем. А, это вот такая фигня. Ясно, ну это не то, конечно. Но... Тоже неплохо. Проехали, мрази.
Да неужели перегрелась? Их, а сколько их жуков, как жуков. Причем еще навозных жуков. Настя как-то прилетела, даже не успел заметить. Пипец какой-то. Иди сюда! Я тебе лицо обглодаю! Да блин, даже не попали. Так, ну что ж. Огонь не прекращать! Почти разобрались, да? Чё, кто-нибудь будет заезжать еще? Так, ну они уже обошли, так что придется и так отбиваться. Братан, у тебя взад тебя убили. Все. Ну-ка, кто там? Сколько можно сюда идти, а? Сколько можно сюда идти? Давай ты просто, да? Все? Готово? Скажите мне, готово. Все, как бы они перестали идти, наверное. Думал ты, воин, ты никто. Назад, назад, назад. Ага. Я тебя сам сорвлю! Да! Мы отбросили контратаку! Пошли, пошли! Разнесите в клан! Быстро, быстро! Эйка, ну конец! Так, ого! Так. Так, окей, я понял. Ну что ж, пока! Аджа, и ты что? Что ты имеешь против моих копий? Плакаты, потом мой двойник, теперь это. Прозрачный намек? Мне пришла пора задуматься. Золотая, мать твою, статуя! Как так? Из чистого, мать его, золота! Ты знаешь, сколько реликвий пришлось переплавить? А сколько бедолаге Эрику пришлось для нее позировать? Ну да ладно, ужин почти готов. Походу, я открыл ворота. Он разозлился. Иду в сторону дворца. Армия короля контратакует. Прибудем, как только сможем. Я за Пейганом. Так, ладно. Давайте прокачаем перед этим, конечно же, что-нибудь. Так. Убийство из пистолета, давай. Все. Теперь можно ехать с нормальной душой, спокойной. Так, метку. Ох, сейчас начнется. Ох, сейчас начнется. Так. Ладно. Вон где эта мразь, да? Пойдемте. Сейчас он, походу, будет в злости вообще жесткой. Этого мы сейчас доберемся, доберемся. Блин. Опять, опять, опять камни. Опять деревья. Почему-то даже путь не проложен, хотя мы отметили. И тут статуя стояла. Сейчас она взорванная. Приехали.
Ну тут ясный фиг, что не так все просто, мне кажется, будет. Хотя мы сейчас зайдем в здание. Угу. Ладно. Сейчас будет интересно. Ну что, поехали? Входи. Прости, что так скромно. Я отослал прислугу домой. Возможно, ты убил их по дороге сюда. Но сначала вопрос. А. С кем я говорю? С сыном, который хочет развеять прах матери, или с психом, который убил всех, чтобы добраться до меня? Понимаешь, какая штука? В первом случае я скажу: присаживайся. Давай поужинаем, пообщаемся. Хотя что-то знакомое. В прошлый раз ты сидел тут. Пол тогда подрубал электроды к соскам твоего дружка. Я стоял здесь. И что же я тогда сказал? Да. Побудь здесь. Попробуй этого краба. Не уходи. Я скоро вернусь. Так. Если бы ты послушал меня и подождал, мы бы отправились сюда вместе и довели дело до конца. Очевидно, это второй вариант. Псих, который меня не слушает и, подобно прочим мартышкам, кидается собственным дерьмом. Но знаешь, начнем-ка сначала. У тебя есть два варианта. Раз, ты убьешь меня. Тоска. Два, мы с тобой ужинаем, а потом отправляемся развеивать прах твоей матери вместе. Решай. Черт возьми. Он же ублюдок. Ё-моё! Кого ты убил? Я не нажимал! Забала. Я и так это знаю. Но все же хочу услышать от тебя. Иди в пень! Мальчик мой, ты и глазом не моргнул. Что ж. Ты понимаешь, что без боя отдаешь свою страну? Да? Она всегда была твоей. Пират твой. И в первую очередь я хотел донести до тебя эту мысль. Но ты можешь ее вернуть. Полдела сделано. Еще одна смерть, и все. Нет, я не вынуждаю. Но отрадно знать, что ты не спасуешь, если припечет. Что ж, думаю, ждать нет смысла. Пойдем. И маму захвати. Я-то думал, я вообще не нажимал. Оно автоматом выбралось не убить его. Я не думал, что так быстро тут все. Пойми, мальчик, это урна. Все, что осталось от того Аджая. Аджая Докера. Развеешь этот прах и отрежешь себе все пути к отступлению. Вот так. И что теперь? Думаю, ты теперь поступишь, как я, после того, как Мохан убил Лакшман. Ах да, ты же не знал. О, да, твой отец убил твою сестру, а твоя мать в отместку убила его. Я просто продолжил ее дело.
Сколько людей я убил ради них. Но потом я понял. Смерть Лакшманы была лишь поводом, как и эта урна с прахом. Поводом, чтобы делать все, что захочется. И да, мне это нравилось. Ну, наконец-то. Я бывал тут один раз и вошел внутрь нормальным человеком, а вышел таким. Но ты... Ты выйдешь королем. Вперед. Делай то, что должен. Черт, можно назад, я его убью? Ну, кто матом выбралась, блин? Ладно. Раз мы уже пошли так, то пойдем так. Хрена себе. Так. Все? Там мразь это улетает, я слышу. Мразь, хочешь меня убить? Навык. Два навыка. Так, тут ничего. Крыса, ах ты вонючая мразь. Конец? Это вообще, ребят, быстро. Концовка, конечно, вообще неожиданная. Я-то думал, тут намного будет круче. Окей. Надо будет посмотреть, какие еще концовки есть. Потому что это реально для меня неожиданно. Окей. Ладно, ребята, да, на этом все. С вами был Виолент. До скорых встреч. Всем пока.